Доброе время суток всем, кто любит вязать. Сегодня у меня будет видео, посвящено вязанию. И сегодня я решила его посвятить вот таким вязаным украшениям для ног, которые в основном одеваются на отдыхе, на море, на пляж. Вы увидели картинки, фотографии моих работ уже на ножке. И вот теперь я хочу вам показать. Сегодня мы свяжем с вами вот эту модельку. Она самая легкая из всех моделей. И про нее очень много спрашивали. Девочки наши, кокеточки, любят такие сердечки. И сегодня мы свяжем именно вот такие украшения. Вяжутся они легко, быстро. Нам для этого понадобится очень мало ниточек. Вот ниточки я могу взять, смотрела, какого цвета лучше. Голубые, розовые. Вот у меня. Они самые обычные. Самый обычный акрил. У меня вот Янард Этамин. 100% акрил. И вот у меня 30 грамм, 180 метров. Это тоненькая ниточка. И она очень хорошо подходит вот для таких изделий. В розовом цвете будет тоже очень симпатично, я считаю. Вот, да. И будем вязать из этой пряжи. Для этого я возьму крючок. У меня крючок 1,6 миллиметров. И приступим к вязанию. Значит, сначала мы вяжем. Вот я хотела еще показать, посмотрите, у меня здесь перехлесты, видите, специально на левую ножку и на правую. Здесь вот перехлест идет с этой стороны сверху, а вот здесь с этой стороны, прям как обувь. И вам не надо думать, какую на какую ножку одеть. Сначала мы будем вязать, начиная со шнура. Вяжем шнур. Доходим до сердечек. Вяжем. Вот здесь 5 сердечек плюс 3. Вяжем полоску из 8 сердечек. Делаем колечко из воздушных петель, которое у нас одевается на второй пальчик ноги. И его закрепляем вот здесь сзади. Мы его закрепляем. Затем отдельно вяжем второй шнур. Вяжем. Продолжаем сердечками. Вяжем 5 сердечек и закрепляем уже под вот этим сердечком в третье сердечко. И, соответственно, вот это будет выглядеть вот так. Вот так. На пальчике. Сзади идут завязки. Значит, воздушная петелька у меня из 30 воздушных петель. А вот этот шнурочек у меня состоит из 70 воздушных петель. И помимо этого, он связан не только воздушными петельками, а еще идет у меня шнур. Вот сейчас его мы и свяжем. Делаем первую петлю. Вот так. Я ее люблю затягивать. И вяжем дальше. 70 воздушных петель. Вот я сделала 70 воздушных петелек, связала уже. Вот. И теперь мы будем эти воздушные петельки превращать в шнурочек соединительными столбиками.
оставляем первую петельку и делаем соединительный столбик во вторую петельку. Вот и вот. И так в каждую из 70 петелек. Вот так. Следующую. Вот так, в следующую. И вот у нас получается вот такой шнур. Вот он такой симпатичный. И так мы свяжем до конца цепочки. И так продолжим. Вот я провязала шнурочек. У меня осталась последняя петелька. Вот я ее провязываю. Эту ниточку мы спрячем под одну воздушную петлю. Вот так. Теперь мы ее вот так сложим, чтобы она нам не мешала. В дальнейшем мы ее спрячем под сердечки. Теперь делаем сердечки. Выполняем 3 воздушные петли подъема, 3, и делаем накид, 1 столбик с накидом в первую воздушную петельку. Вот у нас образовалась, посмотрите, вот такая арочка с двух сторон, вот, вот с двух сторон такой кружочек, и мы будем выполнять теперь с обоих сторон незаконченные столбики с накидом. Для этого мы делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, чтобы сделать вот под эту арочку сначала. Вот разворачиваем, делаем накид. Вот это у нас 1 незаконченный столбик с накидом. И так должно быть 6 штук. 2. 3. 4. 5. И 6. Теперь мы должны собрать вот эти все петельки. Собирать будем по 2 петли. Делаем накид и проводим крючок через 2 петли. Делаем накид и проводим крючок через 2 петли. И вот до тех пор, пока у нас на крючке не останется 2 петельки. Вот так. Теперь мы разворачиваем вязание. Делаем накид и выполняем теперь 6 незаконченных столбиков с накидом под эту арочку. Два, три, четыре. 5, 6. И теперь делаем накид и опять проводим через 2, через 2, через 2
На этот раз у нас должно остаться на крючке 3 петельки. Их мы провязываем в один прием. У нас готово первое сердечко. Сердечко или листик. Оно, посмотрите, двухстороннее. Одинаково смотрится как с одной, так и с другой стороны. Очень нежная, очень красивая. И теперь перейдем к следующему сердечку. Для этого нам нужно сделать опять 3 воздушные петли подъема и сделать 1 столбик с накидом вот в серединку под вот эту петельку. Вот под эту петельку. Вот провязали 1 столбик с накидом. И теперь продолжаем так же, как и первое сердечко. Делаем 2 петли подъема. И теперь под вот эту арочку для этого разворачиваем вязание, накид и 6 столбиков с накидом, 6 столбиков незаконченных с накидом мы выполняем под эту арочку. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь также накид и выводим через 2 петли этот накид. И так, пока на крючке не останется 2 петли. Вот так. Теперь мы опять разворачиваем наше сердечко, делаем накид и теперь 6 незаконченных столбиков с накидом делаем с этой стороны под эту арочку. Это 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем накид и собираем опять все наши петельки. И опять проводим через 2, через 2, через 2. В конце у нас должно остаться на крючке 3 петли, которые мы провязываем одним приемом. Вот так. Вот у нас получилось второе сердечко. Так мы будем вязать 8 сердечек. Давайте я еще одно сердечко провяжу вместе с вами, а дальше вы продолжите сами. Раз, два, три. 3 воздушные петельки. Делаем накид и вводим крючок вот под эту, петельку. Делаем 2 петли подъема. Поворачиваем вязание. И делаем 6 незаконченных столбиков с накидом в эту арочку. Теперь соберем петельки по 2, по 2, по 2, по 2, по 2. Осталось 2 петли. Теперь мы разворачиваем вязание и делаем 6 незаконченных столбиков с накидом под эту арочку. Куда я зашла? Вот. И теперь собираем. Пять. И вот все 3 петельки вместе. Вот получается, посмотрите, такие симпатичненькие, одинаковые с обоих сторон сердечки. Очень нежно, очень нежно, красиво. Вот. Вот эту петельку, видите, вот это, мы должны спрятать вот здесь в сердечках.
И у нас будет здесь очень аккуратненько. Не будет вот так вытягиваться эта петелька, посмотрите. Вот так. А вы продолжайте вязать. Нам еще осталось 5 сердечек. Вот посмотрите, мы связали 8 сердечек. И теперь мы должны связать петельку, которая будет одеваться на пальчик. Сделаем не 30, как я сказала, а 25, чтобы петелька не была очень длинной и красиво было на ножке. Вот свяжем с вами 25 петель. Вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Вот такая петелька нам, мне кажется, вполне нормально. Вот, и мы ее теперь вот спрячем вот в этих петельках. Зайдем с этой стороны. И вот так. И мы закрепили нашу петельку. И теперь на обратной стороне еще раз закрепим. С этой стороны зайдем. Все. Наша петелька закреплена. Сделаем 2 воздушные петли. И отрежем ниточку. Вытягиваем. И вот у нас получилась вот такая петелька. Сейчас я ее сзади закреплю. Закреплять мы будем вот за задние стеночки сердечко. Уже не просто закреплять, а просто спрячем ниточку. Вот так. Так как она уже закреплена, крючок вводим за задние стеночки сердечко и выводим петельку. Все. Вытянем как следует, чтобы наша петелька зашла, наша ниточка зашла под сердечки, и лишнюю ниточку отрежем. Вот получилось, посмотрите, вот так аккуратненько. Вот аккуратненькая петелька. Теперь нам остается еще спрятать вот эту петель, вот эту ниточку. Вот мы ее тоже сейчас спрячем, чтобы вот это место не растягивалось вот так вот, этот промежуток. Здесь тоже у нас нужно найти. Вот сейчас вот она, петелька. Проведем ее сквозь эту ниточку. Вот так. Вот. А теперь можем опять спрятать в стеночках сердечко. Давайте один раз закрепим ее. Сделаем вот так воздушную одну петлю. Все, наша петелька закрепилась. А теперь просто ее спрячем. И еще. Вытянем сердечко. Вот. И лишнюю ниточку мы отрежем. Вот посмотрите, это задняя сторона, обратная, изнанка.
И вот наше лицо. Вот так все аккуратно. Очень красиво. Очень. Нежно-нежно. Вот так мы теперь должны связать отдельно вторую часть. Мы вяжем точно так же шнурочек. Сначала вяжем цепочку из 70 петель. Затем возвращаемся и соединительными петлями собираем всю цепочку и подходим к сердечкам. Свяжем 5 сердечек и дальше встретимся. Я покажу, как мы будем соединять вот в этом месте наши сердечки. Я связала уже 5 сердечек, и теперь нам осталось их закрепить вот к этим готовым сердечкам. Мы отсчитываем 3-е сердечко, разворачиваем его, и вот посмотрите, вот так, изнанкой к нам. Вот видите, здесь петельки есть 2. Я за них закрепляю вот так. Выводим петлю и делаем 2 воздушные петли. Затем отрезаем нитку. Затягиваем. И вот посмотрите, у нас закрепилось сердечко. Мы его сейчас здесь спрячем ниточку. Делаем все так, чтобы лицевая сторона оставалась красивой. Вот так. И опять спрячем за задние стеночки сердечек. Вот, ниточка цепляется. И вот так проведем еще под несколькими. Все этого достаточно. И мы отрежем лишний хвостик. Вот так. Вот у меня здесь осталась еще ниточка. Ее тоже я закреплю. И теперь спрячем хвостик. Вот так. Вот я закончила и второе украшение. Вот так они выглядят. Вот я соединила одну с правой стороны, а одну с левой стороны. И вот они получились красиво, симметрично на обе ножки украшения.
Описание очень подробное, так что вы тоже сумеете связать. Очень красиво получается. На пляже смотрится очень-очень красиво. Вот я вам сейчас покажу. У меня есть еще вот такие украшения. Посмотрите, вот. Это тоже вяжется очень легко. Если вам понравилось, вы напишите в комментариях. Мы с вами вместе свяжем и вот такие украшения. Они тоже вяжутся очень легко. И с середины, и вот так. Полностью, не отрывая нити. Это все вот так вяжется. И вот здесь все заканчивается. Есть еще вот такие. Но это уже моя выдумка была. Вот посмотрите, здесь вплетены сразу, ввязаны бусины. Вот так. Вот так. Вот эта петелька на палец, а это браслетка вокруг ноги. Вот. Если вам интересно, как это вяжется, я сделаю для вас видео и по этим украшениям. Так что посмотрите, если вам нравится, если вам интересно какое-то из этих украшений, напишите. Сделаем видео. Вот такое тоже есть. Симпатичное. В прошлом году я вязала очень много на продажу. В этом году немножко с отдыхом у всех. По известным причинам не складывается. Так что... Ну, надеюсь, вы найдете, где покрасоваться вот в таких украшениях. А все, кто живет в Армении, можете заказать. Обращайтесь в любой из соцсетей. Инстаграм у меня, ссылка на Инстаграм, всегда под видео, под любым видео. И кулинарным, и вязаным. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что были со мной. И до новых встреч!